Всем привет, друзья, с вами Аид, и сегодня мы с Хелдом будем играть в Марио Пати. Всем привет. Так, что ты выиграл? Двойку. Я выиграл однерку. Ты, кстати, стоишь прямо во мне. Да-да-да, я вижу. Это меня очень сильно напрягает, потому что, когда я отключаю F5, я вижу твое лицо. А я твое лицо вижу. И мое лицо красивое? Изнутри. Ну, такое же, как и снаружи. Ну, блин, это не здорово. Там изнутри такой уникальный дизайн есть. Так, посмотрим. Шестерку выиграло 3 человека. Кстати, ты меня обманул. А я авто 2 очка у меня было. Какого фига ты меня обманул? У тебя 6. Или я 5. Не знаю. А, у тебя очень много. 7, по-моему, слушай. Да, ты, значит, выиграл шестерку, потому что с одного очка все начинают. Не знаю. Обманщик, обманул меня. Не знаю, зачем ты это сделал, но, блин, это странно. Нет, я серьезно 2 получил. Да ладно, ладно, все в порядке. Окей. Какой-то опасный тиран меня вначале пытались подрезать. Там много народу бегало в одном месте, но я отсюда убежал. Это рандом. Ты жив? Да-да, вроде. Да, вроде. Сейчас я бегу в какое-то плохое место, чувак, пожалуйста, не подрезай меня. Так, нужно перебежать туда вот подальше. Здесь по краешку аккуратно бежим. И смогу ли я здесь пробежать? Хопа! Смог? Нет, не смог. Я видел, как ты сказал хопа и потом полетел вверх. Ну, знаешь, какое-то место плохое. Вот, блин, забегаешь в такое место, думаешь, сейчас нужно перебежать на какую-нибудь большую площадку. Вот, например, вот там она. Ой. И падаешь. Ты третье или второе место ты занял. Второе? Ничего себе. Вот это да. Классно. Молодец. Так. А, я знаю, ты меня, наверное, обманул, чтобы специально выиграть. Ну. Ты такой начинаешь вырываться в топ. У меня опять однерка. Шестерка. Шестерка. Блин, я тебе завидую. Шестерка и пятерка. Это знаешь, ты выигрываешь во всех мини-играх, но получаешь в рулетке 1. Из-за этого проигрываешь. Ну, вот так. Так, кстати, вот. Новая карта, по-моему, я такой еще не видел. С цветочками какими-то. Ну, это типа из одной игрушки, не помню, как. Похоже на Пакмана. О, я получил бонус. Офигенно. Похоже, меня решили поддержать, потому что я отставал, и меня подкинули вперед. А мне, по-моему, тоже бонус вначале дали. А, так это тебе бонус дали. Если синим было в чате написано, то это бонус. Вроде было. Вроде... Ну, тогда а, да-да-да, было. Да, было. Понятно. Так, давай, побежали. Погнали. Оп. Аккуратно. Я первый. Нет, я первый. Ну, теперь мы уже точно не первые. Ой-ой-ой. Бежим. А вот я первый. Так, ребятки. Опа. Кто же проиграет? Кто давайте, же умирайте. Не сможет затормозить и пропадет? Что-то как-то быстро сейчас. Блин, я проблочился, там 3 парня скачут первые. Нужно их обогнать. Я в конец упал. Давай, я сейчас так отлично стартанул. Блин, это было просто шикарно. Блин, я вообще в самом начале, короче. Стартуем! Так, похоже, я буду... Нет, я буду 4-м. Блин, жалко. Эх, как же плохо быть 4-м. Ну? Никаких дополнительных рулеток, ничего нету. Да уж. Фигово. Давай вытаскивай 6, короче, как я 5. 3. Я 5 вытащил. Так, ну-ка, бонус мне, пожалуйста, запилите. Кому-нибудь там минус очки, а мне бонус. Так, только не мне минус очки, мне бы тоже какой-нибудь бонус классный. Тут такая гусеница довольная, ты видишь ее? Нет. Я вижу, смотри, мы подлетели, там гусеница желтая. Ага. Так, на каком я месте? Я на 16, а ты на 1. Да, вот такой вот я тащер. Тащер. Просто у меня рука какая-то тонкая. Потому что у меня девчачий скин стоит, и я играю типа за Алекс. Я играю за принцессу. Горячая картошина. Ой, ну тут я все время проигрываю, я не знаю почему. Это вот я бы сказал, что я здесь часто побеждаю, но сейчас опять сольюсь, и будет плохо. Так, опа. Блин, мне сразу дали картошину. А что не передается? Почему? Картошина? Нужно именно картошиной бить, понятно. Чувак, забери. Давай, тащи. Забери ее. Опа-на! Я так в конце отдал ее и упрыгнул. А то я бью пустой рукой и думаю, почему она не передается. Так, сколько осталось? 17 людей. А, нет, стоп. 17 всего. А здесь сколько осталось? Взорвались, ребятки у нас. Так, бежим аккуратненько так, здесь. А я что, взорвался, что ли? Мне дали картошку. Три секунды. Пожалуйста. На. Я видел это. Да, мне тоже в последний момент отдали, я умер, короче. Я даже сам не понял. Шикарно. Это было просто супер. Так, парню отдал. Нет, он не успел обратно передать. Как? Умер? Это был вообще другой. Я не знаю, откуда он взялся. Да. Блин, печально. Как он это сделал?
Сколько людей это осталось? О, двое людей, по-моему, осталось. Вон они друг другу картошку передают. Так, давай. А подожди, а это еще кто такой бегает тогда? Не знаю. Ты видишь этого Бро Плейза? Да. Это типа третий. А, так там уже давали третье место. Так и оно вот у него. Третий. Почему он бегал? Не знаю, может быть, он выделяется, типа, все такое. Ну, может быть, типа, он занял место призовое все-таки. Угу. Так, пожалуйста, ну хоть раз в рулетке. Двойка. А. У меня единичка, вообще единичка. Позор. Ой, вообще единичка, у тебя там 24 очка, у меня 10. Ну, сейчас первое место меня возьмет, перегонит. Вот сейчас 10. Бы дать мне падение, вот на падениях я всегда вырываюсь вперед. Так, какой я? О, блин, я третий. Так, может быть, я стал 15-м, ура. Ты же вроде был 15-м. Нет, я был 16-м. Нормально. До первого места, кстати, всем еще очень далеко, потому что 50 очков это тогда, когда игра заканчивается. У всех там по 28 только. Да. Вот мини-голодные так, игры. Вот это вообще классно, люблю PvP-шиться. Не, я не люблю, здесь в конце остается много народу, и как-то рандомно всегда дается победа. Что-то парень, знаешь, такой... И всегда не мне самое интересное. Не знаю, я тут, ну, выигрывал иногда. Ага. Я выигрывал, да, пару раз, но обычно это не мое. Ну, вот что-что, голодные игры нет, это не то. Сундук. Так, сейчас меч каменный, все, у меня полный набор. Ну, у меня деревянный меч, но я думаю, то, что я затащу. Ага. Ну, вот если... Так. А у тебя какие вещи? Ты нашел зелье? Да, нашел зелье. А после зелья идет уже каменный меч. Так, меня стреляют из лука, ты смотри, боу спамит. Так, где все? Я никого не могу не найти, во, так. Вижу одного. Лол. Бежит от меня. Так, давай, иди сюда. Тащу. Иди сюда, чувак. Еще один. Ну, прилетело. Черт возьми. С каменным мечом. Я трей, что ли? На тебе. Чувак, я тебя сейчас огрею. Я ты только что уже? Троих? Нет, троих убил только что. Ага, я одного убил. Давай, так, на тащи. Тебе. На тебе. Опа, убил, отлично. Так, сейчас будем парень. Отстреливать парня. Одно хп у него, я уверен, одно хп. Нет, он ест яблоко. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, отлично. Так. Главное его сейчас забить. Так, захилились и убиваем его. Да. Убил? Отлично, да, красавчик. Убил. 45 секунд. Я на центре. Так, о, блин, меня слили. Я вижу, кто тебя убил. Я иду мстить за тебя. Давай, иди отомсти. Но он вообще покоцанный, потому что я его покоцал. Еще плюс до этого его покоцали. Да, но с луком. Я из лука слил. Раз, давай. Ему выстрел. Он то же самое делает. У тебя сердечки летят. Он Саша меткий. Блин, я не знаю. Он меня огрел, если честно. Ну давай, выигрывай. Я не знаю, это сложно. У меня 1.5 хп. Только бежим. Осторожнее. Там, я в него попасть вообще не могу. Так, 10 блин, секунд осталось, убегай. Тут на центре уже кто-то стоит, а мне нужно поближе к центру. Вот они дерутся, смотри, они дерутся. Давай. И я тут подхожу на центр и... Опа! Чё, ой, такое? Красавчик. Я второе место занял. Ну, вообще нормально. Этот броплейс встал, видимо, поближе и занял первое. Хм. Блин, жалко то, что я слился, я 4 фрагов слил. Ну, главное, видишь, дожить до конца. О, 4. Однёрка! Это же голодные игры, главное до конца дожить. Ну, хоть с бонусной понял. Рулетки я выиграю 3. Да, было от 2 до 5, я выиграл 3. Нет, сегодня вот точно не день рулетки. Иногда у меня в рулетках одни 6 идут, иногда одни 1. У меня тоже такое бывает. Ну, я, кстати, прорвался, теперь я 13. Блин, я вообще 4. Да нормально. О, бонусные очки. Чё, тебе дали много? Ну, 3, теперь я на 10. Реплика. Норма. О, реплика, все, тащим, давай, короче, Слава. Давай, поехали. Они там пишут, не-не-не-не-не. Значит, мы будем выигрывать их. Хотя некоторые пишут, джа, типа, ура, наверное. Ну, кому-то не нравится, кому-то Пашенька. Нравится. Да, мне реплика нравится, в ней прикольно. Это вообще самое классное из всех, мне кажется. Ну, не знаю, самое-не самое, но да, неплохая. Главное строить именно то, что вот там. Потому что бывает, очень часто ошибаешься. Блок один не тот поставил, и потом пытаешься его полчаса найти. Ну, я практически все. Да, ты уже башенку заканчиваешь? Да, заканчиваю. Так. Молодец. Так вот и... Я вот не могу ее быстро построить, она сложная. Как ты так? О, вот так вот я просто тренировался. Да, ты тренировался отдельно? Ну да. Башенка-то сложная, зараза. Так, значит, так. Там идут вот так вот блоки, оп. И последний слой из вот этого. Я тоже закончил. Свинюшка. Она очень сложная была. Тут парень рядом со мной тоже закончил. Это этот Бро Плейс, мы должны его победить. Давай, так, оп, быстро. Свинья, блин. Значит, все, я понял. Почему-то у свиньи коровье вымя. То есть вот эта штука, она точно коровья. Ну, белая, черная.
Черное, белое. Так, все верно. Черное и белое. Хоп-хоп. И значит, так. От глаз на 2, по-моему, да? На 2 ниже. То есть, да, вот так вот. Именно. Ты свинью уже закончил? Ну, свинью. Нет, еще пока не закончил. Ага. Так, еще не закончил. Значит. А я закончил! Черт возьми, а что такое? А, я тебя обогнал. И этого парня обогнал. Он не построил рот. Я закончил, все. Это монстр, нужно построить монстра в конце. Ну давай, я хотя бы второе место. Да блин, давай тоже старайся. Потому что я не думаю, что я успею всех догнать, поэтому выигрывать должен ты, хоть кто-то из нас. Так, блин, я не знаю, честно говоря, не знаю. И мне это существо вообще первый раз попадается. Это стражник, знаешь, стражника. Ну это один из новых обновлений, типа, да, вышел? Ну это уже не настолько новое обновление, скоро выйдет версия 1.9, так что это уже не новое. Там, кстати, будет новая PvP-система, ты видел ее? Нет, там добавят щиты, там офигенно. Ну как, на любителя, то есть кому-то не нравится, какого фига щиты, говорят. А кто-то доволен очень сильно. Ну я не знаю вообще, если щиты будут классные. Щиты! А, щиты? Какие нафиг щиты? Читеров никто не любит. А, мне что-то как-то послышалось. Ну ладно. Так, ну, щиты, да, прикольно. Существо, заканчиваю его. Тут где-то блок. Вот здесь блок. Так, я закончил. Да, первое место, золото. Так, блин, я не знаю, выиграю, не выиграю. Да, я выиграл, я третий, что за фигня? Ага, вот это он тебя опередил на долю секунды. Ну, вот он, конечно, это, плохой. Да, паразит. Паразит. Правильно. Ну что, ты видишь уже наконец-то гусеницу? Гусеницу? А я на том и том же месте, понимаешь? Двойка у меня. Гусеница какая-то. И пятерка. Тройка и однерка, ты понимаешь, как это ущербно? Почти как у меня, все разы, да. Ну, тебе повезло. Сейчас посмотрим, достаточно. На каком я уже месте, я уже на 8-м. А у первого 35. Кстати, небольшой отрыв у нас. Я, кстати, второй должен быть, по сути, но я третий. Потому что у нас очки одинаковые. Сейчас бы паркур попроходить, Gun Game. Gun Game, тоже неплохая игра. А, но сложная, очень сложная. One in the Chamber легче, хотя они очень похожи. Ну, согласен. Так, где тут внутрь забежать? Мне нужно внутрь, там ребята стоят. Ну, я не знаю, знаешь, самое тяжелое, это тут драться лопатой. Вот честно. Этого в спину мечом. Не, самое тяжелое, это с луком. Так, хоп-хоп. С луком там можно... Ой-ой-ой, блин, да нет, пожалуйста. Опять меч, черт возьми. Так, я сейчас парня переиграл, я девочку вытолкнул в специальный загон и тихо. Сам туда запрыгнул. Тут, короче, парень залагал, все, я его слил, отлично. Отлично. Вот это да, вот это мой шанс, отлично, отлично, пожалуйста, давай. Из лука добить. У парня уже алмазный меч, ты понимаешь это? У меня был уже лук, понимаешь, я просто не смог добить какую-то девочку. Вот из Броплейза лука? Надо слить, он, у него много очков, я знаю. И у меня уже топорик деревянный, ты понимаешь? Лук. Как мне, ты короче... быстро лук проходишь? Ну, я, короче, девочку слил, которой уже мало жизни было. Вот мне так же надо. Я тоже это сделал. Офигенно. Так, парень с лопатой, его нужно забить. А, я первый, отлично. Ты первый, а я второй. Эх. Ну, это тоже нормально. Пишут хакер. Призовое место. Ты, наверное, хакер. Да не знаю, как-то все вообще легко получилось. Так, четверка. Да, тройка. Нормально. И сейчас тройка. Бы пятерочку. И... пятерка. И опять тройка, в общем 6. Вот кто-то просто взял и шестерку с рулетки выиграл. Ну все, сейчас, короче, я это буду первым, наверное. Ну не я и не ты. Так, посмотрим, на каком я. Я первый. Я на 7-м уже, продвигаюсь потихоньку. Ну давай, тебе, в принципе, еще немножко осталось. О, у парня красная, ха-ха-ха-ха-ха. Кто-то получил минус очки. У меня нету. А подожди-ка, кто-то получил бонус? Не знаю. Потому что я уже не 7-й был. Так, так. Падение. Все, я, короче, проиграл. Вот. Вот то, что я так долго ждал. Ну вот сейчас-то повеселимся. Не, я тут вообще играть не умею, сразу скажу. Да, тут нужно просто уметь падать, ты чё? Я здесь нуб. Нет, я знаю уметь падать, все такое, но видишь, вот я даже на самом первом левле сфейлился. Нет, ну это, конечно, позор. На первом левле там просто самолетики, там невозможно сфейлиться, мне кажется. Я, по-моему, самый последний. Я знаю тут одну дырку. Так, всё. Вот она, вот здесь вот. Я обычно быстрее прохожу второй уровень. Ну да, я знаю карты, где тут падать в нужных местах. А, ничего себе ты. Да блин, только я не могу. Я давно не играл в Марио Пати, давно не играл в падение, поэтому в нужном месте просто не могу пропадать. А ты на каком уровне? Да на втором я, позор. А я уже на третьем, лол. Вот, видишь, сегодня Марио Пати твоя игра, а не моя вовсе. Ну да. Здесь вот прыгаем и падаем. Блин, ну как так? Вот не могу. Я вот на третьем не могу. А что там за третий? Там, короче, вафли. Так, все, вафли я знаю.
Epic Games. Вон он, да. Я тебя вижу. Летишь. Хотя вот так. Вафли, знаешь, я могу с первого раза пройти. Блин, я тоже прошел. Я третий. Позор какой-то. Не мог пройти вот эти рельсы дурацкие, вафли с первого раза. Угу. Фигово, чё. Так, Burn Down тут здесь. Двойка. Опа-на, шестерка. Да-да-да-да. Вот возьми. Это шанс. Сейчас бы еще пятерочку. Так, и... тройка единичка. Да блин, тоже тройка. Ну, я не хотел тройку. Блин, жалко. Посмотрим. Мне ну, интересно, на ком я месте. У меня сейчас будет... Сколько же? 41. Я на третьем. Я первый. О, классно, классно. Давай, обгоняй всех, короче. Только меня не обгоняй, я первый. Да, давай будем первым и вторым. Я надеюсь на это. Давай. Так, так. Кто-нибудь... Вулблок, все. Вкусов. Ну, все. Это сложно, вулблок. Сейчас... Сейчас посмотрим. Тут, кстати, его немного изменили, то есть арена другая. Да. И шерсть меняется. Согласен. В самом начале. В самом начале, да. Это я видел. А, ну да, ты же тренировался. Как я мог забыть, так оранжевый. Так, оп, оранжевый. Я вулблок на самом деле редко выигрываю. Вулблок? Ну, знаешь, я все время в конце сливаюсь, потому что они типа расположены далеко очень сильно. Там в конце. Ну, рандом, да, смотря как ты попадешься. Так, зеленый. Пока что легко, да. Пока что даже только один парень умер. Кстати, этот Бро Плейс. Фиолетовый? Да. Это же последняя игра, я полагаю, так? Нет, если кто-то не наберет 50, то еще не последняя. Красная. Вот тут вот большие, меня все время вот это вот тяжело. Они далеко спаунились, так. Какой-то голубенький. Синий. Голубенький, да. Много народу еще живет, это меня пугает, потому что я сам уже чуть ли не 8 раз сдох. Я умер. Так, блин. Понятно. Красный, красный, красный. Почему так далеко? Ты второй. Не было ни одного красного. Да, я видел, видел. Я просто прыгнул в конце, но не было ни одного красного. Это как так? Оп, пятерка, отлично, все. Четыре, ну тоже неплохо, скажу честно. Четыре меня радует. Сейчас бы пятерку, и у меня будет 9, и у меня будет 50. Давай. Пятерка, пятерка, да. Красавчик. Ты, по-моему, первый уже, да? Какой опять хакст мне пишут? Хакс Дуейк. Почему они простаются с этими хаками ко мне? Да, чё? Я на первом месте. А я на каком? Эй, я попал в красную. И у меня отняли поинты, но я все равно выиграл. А я на каком месте? И а, на я втором. На втором. Блин, 46. И у нас у всех одинаково, но выиграл-то я, ты на втором, так что все, мы победители. Ну, классная игра получилась, мне кажется. Да, видео будет называться «Камбэк», потому что я жестко фейлил в начале и потом отыгрался. Если вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, а я желаю вам удачи и всем пока, друзья. Всем пока.